Впрочем, это неудивительно. Ведь уже многие годы россиянам упорно промывают мозги о величии России и восстановлении империи. Ностальгией по Российской империи является знаменитая фраза Александра Третьего, когда он был на рыбалке, ему доложили, что вот послы европейские вас дожидаются, государь. А он сказал, когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать. И, конечно, я мечтаю, да, мечтаю об именно такой стране, чтобы она вернулась. Рита не скрывает, что очень хочет видеть Россию, нет, не процветающей, а очень страшной. Чтобы она была большая, мощная, сильная. И, если хотите, страшная. Для других страшная. Понимаете? Потому что на страшных лапу поднимать страшно, больновато. Знаешь, Рита, до того, как вы начали эту войну, Россию действительно где-то даже боялись. Но, начав полномасштабное вторжение, вы сами вскрыли свой блеф. Его армия до 24 февраля вызывала страх. Теперь она вызывает жалость. Она вызывает жалость. Нет слов. Это сброд. Жалкий сброд, которым командуют дебилы. Это невероятно.